Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас мастер-класс вот этой вот балаклавы. Конечно же, я соглашусь, вы сейчас выскажетесь, что в интернете их миллионное множество. Да, я согласна. Но это мое такое видение этой балаклавы, потому что здесь использован, смотрите, мой узор. Это не полупатентная резинка, хотя, казалось бы, она полупатентная, но она плотнее, устойчивее и теплее, чем полупатентные. Это я уже по ходу как бы придумала. Так что назовем этот узор авторским. Возможно, он где-то и есть, но я его не видела. По этим расчетам вы можете связать детскую, вот как я вязала, спицами тоньше, женскую, мужскую. Ну вот на любой размер. Варьируйте спицы, варьируйте пряжу, плотность вязания, и вы достигнете по этим расчетам, вот макушка, получается вот такая вот кругленькая, красивенькая макушка, не собранная там, где просто собирают вот это в кучку. Здесь у нас из 6 клинов вот такая вот прекрасная макушка. Конкретно эта балаклава, это моего внучочку. Вот, а на фотографии вы видите женскую и мужскую точно по такому же расчету. Единственное, что здесь у детской я сделала вот эту часть короче. Потому что, ну, чтобы она там, я так планирую, ее вот так вот на маленького ребенка заворачивать, чтобы была как горловинка там. Вот. Ну все, девчонки, поехали. Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас еще одна балаклава. Хочу отметить, что она тоже как бы вариант универсальный, мужской, женский. Я буду вязать вот определенными нитками. Вы же можете, увеличив спицы, взяв толще пряжу, сделать больше. Либо набрать, ну, у меня рассчитано на закрытие количества петель, так что я бы корректировала на вашем месте, ну, у кого меньше опыта, спицами и пряжей. Это значит, если нужна меньше, мы берем тоньше пряжу, тоньше спицы. Если нужна больше, мы берем толще пряжу, толще спицы. Вот. Значит, я буду вязать из вот такой вот пряжи. Это у меня 25% альпака, 25% шерстка и 50% акрил. В общем, такая. Ориентируемся на метраж. Ориентировочно 250 метров в 100 граммах. Вот. Тут либо сматывайте, либо подбирайте. Приблизительно 150 граммов пряжи на эту вот балаклаву. Это приблизительно ориентировочно спицы 4 миллиметра. У меня 150 граммов пряжи и спицы. Значит, что первым делом? Я вот так вот нарисую. Мы набираем петли в круговую. 72 петли. 72 петли изначально. Я буду рисовать вот так вот. А я, наверное, ну да ладно, 72 петли. Совершенно обычным способом я буду, опять же, край обрабатывать своим любимым способом, который, я думаю, уже вы тоже со мной изучили. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Семьдесят, 71 и 72. Это основные петли. И плюс еще одну петлю для соединения. Вот она сейчас уберется. Так, то есть в итоге 73 петли. Я делаю здесь узелок. Далее вытаскиваю вторую спицу. И растягиваю петли по спице. Спицы я взяла из набора самой короткой леской. И теперь вот мы вот эту дополнительную петлю, мы ее переснимаем на левую спицу. Здесь контролируем, чтобы все было ровненько. И через нее достаем первую петлю. Таким образом мы соединили. Вот.
что я сделала. Теперь мы вяжем один круг резинкой 1 на 1. Так, ряд я провязала. Здесь вот, девчонки, мы один маркер, чтобы понимать, где у нас начинается, заканчивается ряд. Вот здесь лицевая петля. Нет, подождите, вот это первая петля у нас. Нет, это еще у нас конец ряда. Вот так вот. Вот последняя петля. Далее здесь у нас лицевая. Мы уводим спицу за вязание, снимаем петлю. И вот так вот переносим и провязываем. Изнаночную просто провязываем. Лицевую снова уводим спицу сзади, подцепляем петлю, переносим сюда, вперед и провязываем. Довязываю я до конца круга ряда, и далее я вяжу 5 рядов просто резинкой 1 на 1. Лицевую вяжу вот за переднюю стенку, а изнаночную за заднюю, чтобы петли были развернутыми. Так вяжу 5 рядов. Итак, девчонки, провязываем 2 ряда. 2 ряда. Так, давайте я вот здесь вот буду рисовать. Здесь мы сделали кромку, вернее, вот этот вот ряд. И потом 2 ряда. 2 ряда резинкой 1 на 1. И далее мы вяжем моим авторским узором, девчонки. Это полупатентная резинка, но мне захотелось чуть плотнее его уплотнить. И вот я попробовала, мне очень понравилось. И я еще не видела, чтобы так кто-то вязал, поэтому вот так вот. Значит, что мы делаем? Мы вяжем полупатентную резинку в круговом вязании с изнанки, чтобы нам было удобно. Для этого лицевую петлю мы вяжем не как классическую петлю, а на 2 ряда ниже. Вот он один ряд, и вот он второй ряд. Мы провязываем сюда, а вот эту петлю спускаем. Она у нас там распустится, так и надо. Далее вяжем изнаночную, а лицевую на 2 ряда ниже. Не на один, как в полупатентной резинке, а на 2. И так целый круг на 2 ряда ниже. Лицевая сторона у нас потом вырисуется, она будет здесь. Вот ряд я довязала. Теперь снова я вяжу 2 обычных ряда резинкой, 2 круга, и на третий ряд снова буду вязать на 2 ряда ниже. Вяжу 2 круга резинкой. Итак, я довязываю второй круг. Вот видно, да, вот эти 2 ряда я провязала просто резинкой, и в третьем я снова делаю то же самое.
один предыдущий, второй предыдущий. Я провязываю лицевую петлю на 2 ряда ниже. И так далее. Вот это весь узор из 3 рядов. Очень пышненько получается, плотненько. Как бы мне хотелось вот эту сделать, как бы эту балаклаву сделать именно такое. Поэтому я трансформировала немного узор, девчонки. Я провязала 69 рядов. У меня это 18 сантиметров. Вот. Видите, здесь у меня, я считала по вот этим вот дыркам, да? То есть каждая вот эта дырка, каждая петля большая. Это 3 ряда. Вот у меня их 23. Сейчас покажу, как с лицевой стороны выглядит этот узор. Вот. Он очень похож на полупатентную резинку, но не совсем полупатентная. Он плотнее, объемнее. Вот, и держит форму. Далее, что я делаю? Этот ряд я довязываю. И далее вяжу. Вот я делаю 23-й, последний ряд узора. И далее я вяжу резинкой 1 на 1. Чтобы как бы уложить эту шапку на шею. Просто резинкой вяжу. Сколько рядов, вам скажу. И здесь можно взять спицы потоньше, либо просто больше затягивать петли. И вяжу далее. Так, провязала я резинкой 12 рядов. Но схему нашу я пишу 10 рядов. Почему? Потому что 2 ряда сейчас уходят в основной узор. И мы сейчас снова начинаем вязать основным узором. Вот. Это значит на 2 ряда ниже. Поэтому я 2 ряда как бы считаю как основной узор. Поэтому резинки у меня, в принципе-то, остаются 10 рядов вот здесь. Вот. И продолжаю вязать точно так же, как в начале. В каждом третьем ряду я вяжу на 2 ряда ниже. Так, девчули, я здесь покажу кусочек на балаклаве внука, потому что у меня нет этого куска части видео. В общем, я вяжу по тем же расчетам, чтобы вы понимали, балаклаву для внука. Единственное, что я вот эту вот часть делаю чуть покороче. Количество петель то же самое. Тоньше пряжа и тоньше спицы. И получается она меньше. Ну, все одинаково. Итак, после вот этого сектора в 10 рядов, который у нас на шейке, вот я провязала 48 рядов. Это 16 вот этих вот ячеек. Вот. И теперь мне нужно закрыть петли для отверстия. Если вы меняете количество петель, в любом случае закрываем мы 1/3. Если у меня 72 петли, то 1/3 это 24 петли. И я закрываю эти петли эластичным способом. Обязательно следите, чтобы у вас вот, когда вы закрываете, был первый ряд раппорта. Тогда будет красиво это все. 1, 2. Вот таким вот образом я закрываю 24 петли. 3. Далее уже видео пойдет на той балаклаве. Тут просто вот этого вот кусочка не было. Вот сколько здесь провязать и начало. И все, всего у нас 1/3 часть всех петель. 24 петли я закрыла, 24 петли. Остальные вот здесь по кругу у нас 48 петель, которые мы провязываем в этом ряду резинкой 1 на 1.
провязала я ряд резинкой 1 на 1. И теперь 24 петли, которые мы сократили вот в этом месте. Здесь у нас, кстати, маркер остается вот здесь вот. И после маркера мы набираем 24 петли. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. И замыкаем снова в кольцевое вязание, то есть этой же нитью мы продолжаем вязать вот этот круг по узору. Далее по узору у нас снова ряд резинкой 1 на 1, второй ряд Рапорта. Так, 48 мы провязали. Теперь смотрите, вот эти вот 24 петли мы вяжем резинкой 1 на 1, при этом обязательно совмещаем с узором. Здесь у нас последняя изнаночная, значит, мы начинаем с лицевой. Здесь у нас все тоже совпадает. Вот единственное, мы узор начинаем вязать, нам нужно теперь уже увязывать пышную резинку. Мы здесь вяжем на ряд ниже, потому что там у нас закрытие петель. А здесь, как обычно, остальные петли на 2 ряда ниже. Вот раз, два. Третий ряд, вот этот узор, когда мы соединяем эти все ряды в один. Так, и теперь первый ряд Рапорта. Сейчас у нас должна быть резинка, но вот на вот этих вот дополнительных петлях нам нужно сделать вот оформить эту резинку. Это значит, что первая у нас лицевая, мы ее заводим спицу сзади, то есть так, как мы делали в начале вязания, вот второй ряд, как мы провязывали, чтобы оформить красиво эту резинку 1 на 1. И далее мы продолжаем, вот это считается как первый ряд Рапорта, второй ряд мы провязываем резинкой 1 на 1 и в третьем ряду провязываем на 2 ряда ниже. Все как обычно, то есть мы сейчас оформили вход, как бы, ну, для лица отверстие.
не, вы знаете, а нет, все правильно. Это у нас один ряд, вот он пошел уже нормальный, потом еще один ряд, и потом в третьем ряду на два ряда ниже, и все, и продолжаем. Итак, после вот этого выреза дырочки я провязала вверх еще 30 рядов. 30 рядов, это значит, вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 этих глазок, да? Так, эта часть у меня 7 сантиметров, 7 сантиметров. Эта часть у меня 8 сантиметров, перемерила, потому что не было выровняно. А вот эта часть 13 сантиметров, вот эта вот часть. А эту я, кстати, и не промерила вам, вот эту маленькую, 10 рядов. Это где-то 4 сантиметра, вот это вот 4 сантиметра. Это так, для переориентировки. Теперь вот смотрите, мы будем вязать макушку. Макушка у нас делится на 6 секторов. У нас 72 петли, это значит, каждый сектор будет по 12 петель. Сейчас 12, вы можете сейчас разделить это все дело маркерами. Я же не буду делить маркерами, я единственное, что перемещу маркер вот сюда, видите, потому что мне нужно, чтобы этот клинышек начинался с изнаночной петли. Что мы делаем? Допустим, если мы начинаем отсюда и двигаемся вот таким вот образом, вначале мы провязываем 3 вместе, 3 петли вместе изнаночной, вот поэтому нам нужна здесь изнаночная, значит, таким вот образом 3 вместе изнаночной, далее вяжем 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Один есть клинышек. Далее, следующие 12 петель. То же самое. 3 вместе плюс 9 петель по узору. 3 вместе и изнаночной, 9 петель по узору. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. И так далее. Всего вот таких вот секторов по 12 петель. Из них, из этих 12, 3 мы сокращаем. Вот, провязав 3 вместе, у нас осталась 1. И 9 по узору. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 3 вместе изнаночной, 9 по узору. 1, 2, 3. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 3 вместе по узору. Здесь вы можете перед этими тремя вместе поставить маркер, чтобы вам было виднее. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот последний у меня 6-й клин. Я здесь тоже 9 провязала, теперь 3 вместе. Вот если вы сейчас после 9 петель везде поставите маркер, у вас будет равные вот эти вот части. Так, 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все понятно. Значит, здесь у нас 3 вместе. 3 вместе. В начале 3 вместе. 3 вместе. 3 вместе. И по итогу у нас здесь остается
всего с этой одной петлей 10 петель. 10 10 10 10 10 10, потому что вот петля после провязывания 3 вместе, это если непонятно. И далее мы вяжем ровно, да, вот сейчас мы находимся в этой точке, далее вяжем просто ровно, у нас все, узор совпадает, и мы опять же нашим основным узором вяжем. Сейчас я провязала один ряд резинка, сейчас провязываю второй, в третьем ряду на 2 ряда ниже и так далее. Так, сколько же у меня здесь провязано? Я провязала, вот сейчас я вяжу 9 ряд, это 3 раппорта. Вот я уже вяжу на 2 ряда ниже, третий раз. Если вот считать отсюда, видите, где было сокращение, вот оно здесь у нас 1 2 3 большие петли, это значит, что умножаем на 3, на 3 ряда, и это 9 рядов. Далее мы делаем следующее сокращение. Для этого делаем все то же самое, провязываем 3 петли вместе, потом 7 петель. То есть у нас сокращается снова количество наших петель. Вот, далее вот тоже мы здесь делаем 3, здесь делаем 3, здесь 3, здесь 3, здесь 3, здесь 6 раз. Я вам сейчас покажу. Итак, снова 3 петли я здесь поверну, вот так вот там, чтобы лучше легло. 3 петли вместе изнаночной и 7 петель по узору. 1 2 3 4 5 6 7, 3 петли вместе изнаночной, 7 по узору. 1 2 3 4 5 6 7. Три петли вместе изнаночной и 7 по узору. 1 2 3 4 5 7. 3 петли вместе изнаночной, 7 по узору. 1 2 3 4 5 6 7. 3 петли вместе изнаночной, 7 по узору. 1 2 4 5 6 7. И последний, 6-й раппорт. 3 петли вместе изнаночной и 7 по узору. 1 2 3 4 5 6 7. И далее мы продолжаем по узору. Теперь на данном этапе у нас здесь остается по 8 петель каждый сектор и всего 48 петель на спицах. Продолжаю ровно. Итак, я провязала вот после последнего сокращения 6 рядов. Вот. И что я сделала? Я одела вот каждый сектор по 8 петель на отдельную спицу. И понятное дело, что всего здесь у меня 6 спиц, и вот 7-я. Это чтобы удобнее было вязать. И вот, провязав 5 рядов, я делаю следующее сокращение, потому что на круговых спицах сейчас будет неудобно, потому что мало петель. И я провязываю вначале каждой спицы 3 вместе, это вот напротив, в 6-м ряду напротив этих сокращений, и вяжу это все на 7 спицах. На каждой спице у меня по 8 петель, это те петли, которые остались
на спицах. Вот. Так, вот, провязала по кругу. Теперь у нас, если смотреть на нашу схему, то у нас в каждом секторе теперь по 6 петель. 6, 6, 6, 6. То есть на каждой спице, да? И далее я вяжу снова по узору. Теперь уже на этих спицах. Так, я провязала, значит, 6 рядов. Девчонки, предыдущий раз я маленько ошиблась. Не 5, а 6 рядов. Так, я, если не забуду, я там исправлю. Значит, и вот они, видите, 6 рядов. Тут точно так же. И делаю последнее сокращение, провязывая по 2, по 3 петли, как и раньше. И на спицах у меня остается по 4 петли. Вот, и я далее вяжу просто резинкой 1 на 1. Уже узор я не выполняю. И мы потом просто стянем эти петли. Сейчас я вяжу, ну, штук 5-6 рядов, скажу вам. Сейчас сокращу. Провяжу. Уже можно будет перенести на меньшее количество спиц. Да, вот таким вот образом одну оставим. Далее нам просто не нужно следить за сокращением, за количеством петель. Поэтому я объединяю по 2 спицы, потому что и петель мало вот таким вот образом, и неудобно много спиц. Не очень удобно. Так. Одна и вторая спица. Так, мне не нравится, возьмем на эту спицу. Так, здесь у меня уже сокращения сделаны, и я вяжу далее резинкой 1 на 1 и опять же соединю 2 спицы, и всего в работе у меня останется 4 спицы, что удобнее намного, чем 7, да? Так, все, вот они. И я вяжу еще резинкой, ну, штук 5 рядов, чтобы закрыть вот этот трюк. Ну вот я провязала 4 ряда, и теперь вот просто каждую изнаночную я провяжу вместе с лицевой. Ну, только я вот так вот буду поворачивать, чтобы петля была там с лица покрасивше. Так, а теперь все очень быстро и просто. Теперь я обрезаю ниточку вот так вот, чтобы мне хватило стянуть оставшиеся петли. И одеваю все 12 петель, которые остались, на иголочку. И просто стяну эту макушку. И в принципе вот это будет. И все.
Здесь вот обратите внимание, что я не вытягиваю нить до конца, потому что мне вот это еще будет нужно. Я буду связывать, стягивать и связывать. Так, есть. Теперь вот таким вот образом я стяну это все и завяжу. И все. Так. Здесь можно обрезать, а можно и не обрезать во избежание развязывания. И вот такая вот у нас балаклава получается. Универсальная, как мужская, так и женская. Вот такая вот круглая, красивая макушка, интересная. Да, нет никаких сборов, там все гладенько по голове, вполне себе мужская. Все по голове у нас. Облегает, и вот такая вот шапулечка, девчонки. Ну а на сегодня все, я с вами прощаюсь, с вами была Вика, школа рукоделия, всем пока. Ba-da-ba-da-ba-da-b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 a